Всем-всем добрый день. Посмотрела я клип группы Twice. Называется What is Love? То есть, что такое любовь, да? Переводится как... Ну, вообще песня о любви, да? Что-то... Вот текст, допустим, What is love? Baby, don't hurt me. То есть, крошка, не причиняй мне боли. Don't hurt me no more. То есть, не причиняй мне боли. Мне больше боли, да? Крошка, не причиняй мне боли, не причиняй мне больше боли. Интересный текст и интересный клип, как всегда, такой красочный. Девочки все в разноцветных одеждах, особенно мне эти понравились, эти какие ободки, эти с шариками. Немножко простыла, извините. Но здесь они танцуют, каждая показывает свою любовь. Они смотрят. А, это фильм, тоже какой-то фильм. Ну, блин, все эти фильмы, все знаменитые, все популярные. Ну, тут уже все, пошли танцы, корейские танцы. Их 9 девушек. Ого. И они все одинаково двигаются, как интересно. И все одинаковы. То есть почти все одного роста, наверное, одного веса. Да, вот такие вот, по-моему, необщипанные брови, наверное. Вот это мне нравится тоже. И это тоже нравится, когда такой фон розовый с белым. Но это вот Мэн Монро, что-то вроде этого, да? Вот это 60-х годов стиль. Здесь школьница вот красится. Вот, мне это тоже нравится, сценка. И она такая все уверенная заходит в коридоры, то есть в школу, без очков, распущенными волосами. Эти смотрят и завидуют, а эти они восхищаются, что она преобразилась, школьница. Вот это вот класс.